Чак, ну. Танки хил есть, пойдем бить. Погнали бить. Ну, Олега тушка еще доллары. Офо, в этом целка. Застрелили меня. Бронежилет носить надо. И каску. Принимай, Войт. РДД, звездочку бейте, РДД, звездочку бейте. Она тпшилась сюда. Отойдите от нее все. Вольсунг, прожми божественную защиту. Экстримка не прожал, умер. Фромер, прожми божественную защиту, костани в себя вспышку света. Под прок. Обнови на себе щиточек. Жест, пацаны, это вы жест, вы никто не бафайте на себе священный щит. Это просто срака. Вам даже это надо проговаривать. Бабки на себя священный щит, кастани в себя вспышку света. Спасибо, Павшик. Ну да, спасибо. Пожалуйста. РТД звездочку бейте. РТД звездочку. Отошли от звездочки, отошли от звездочки. Теперь тогда валите эту звезду. Звездочки, кружочек будете бить. И кружочек, потом трэш. Жалейте жрец педоман. Жалкие создания. Протопал, врывайся, а БДК тяни полководцы. Звездочку. И полководца бейте. Тяни еще одного полководца. Эти звездочку минки. Идите трэш бей. Вам убить только в эфир, поговорю. Ты убачка? Не откидывайте ее. Так. Ее подкрепление нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. И служите мне. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети!
Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Верните бабу, кто? Постарайтесь сохранить все части тела. Простите. Давайте, жрец беда, накриэльф, воид, хил и все на колени. Может кто-то еще спекнется в хила? Машуленька спекнется в хила. Вот, еще раз. Машуленька, накриэльф, жрец беда, воид, хил, все на колени. Летают. Летают в порталах, а фокус ту на рейде. Фамба, давай дуй в хила, спякайся, полетаешь, хильшь. Пофиг, что ты синий, спякайся, эти шмоты она отдавал. Всех, кого есть, ходят, спяки, спякайтесь. Че за звездочка летает? Я вернулся. Эти шкаф. Там друид какой-то стоял. А, я вижу. Ты. Дай череп кожи. Спасибо. Нету все на колени, да? Значит, без него будет тихий. Все, все готовы, начинаем. В принципе, в хилах сказал, куда спекаться. Все, погнали. Хилить. Летайте за звездочкой. Только жрец беда, собирай всегда у входа, у ворот, да. Пение бейте всегда первым. Что давление вообще не бьет? Урон по давлению покажите, или сейчас ГП дадим. Тут блоки, души, подавители и сосуды, блять, вы о чём? КВ ДПС. Дурачок. Морды. И почтовые. Давление бей. Жми божественную защиту. Че ты просто умираешь? Прохиль себя вспышкой света. Это Виталикун, то же самое. Зачем, когда если есть баб? Сзади, сзади. Не по часовой. Остаки нет. Yeah.
сопротивление бейте. Сопротивление справа. Подавители. Повороте, развернись, бей подавление. Плюс клета. Ромбот. Дайте иннер бойца. Давайте все друиды, дайте иннер бойца. Фламба, да, иннер бойца. Че вам там, долго еще? Сколько вас осталось? Еще портала не хватит. Подавление убейте. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. 76, вот после порталов уже можно. Герои захилим. После портала просто захиливаетесь, Саня. Удар смерть. Писпет можно съесть нахуй. Только под морду залез толстым. Песните, пауш. Все, брат. Пульте на руч. Пульте это. Ну, спасибо. Литрэш побьёт. Чего не прошло? Не, мне что-то это покинуть его только настолько. Да, окей. Все добегут. Че, мне все в СУ доспекается? Да, аспекты СССР. А кого тут нет? Они не должны прорваться к Синдракосе! Скорей! Остановите их! Я не спросил.
видел ни одного рейда, чтобы про геев кто-то не говорил. Не, будет, у меня там все по шмоту уже нормально. Ну, где-то еще дней 5 назад это насчет Трини Скорпиона смотрел на форуме. Говорят, в 16-17 году делали со Скорпионом. Войд, это запорол не я, это по-любому, он заглюченный, что ли? Наверное. Ходишь такой на Симрагос и говоришь, это гнездо драконидов, надо его уничтожить. Че, не Славик, больше раску собирай. Чем мне делать ничего? Ну че? А че не будешь? Причина? А должен почему? Ну ты же рейд лидер. Должен собрать. Ну как что? Я обычки собираю. Ну, геры тоже собираю, у тебя хорошо получается рейд. Не-не. Так что, да-да-да. Бьёво получается. Да, не, почему я на балконе наверху Акма? Зачем там? Кендра там поубивала, кто-то тотемы не убрал. Так это не спасет, если люди тупые, толку, что выведут дракона. Смотри, я посох отбыл и башню. Прям в лобик, смотри. На моего пристава. Видишь, как он башит там? Ну давайте, станьте в свой квадрат, захиливайте рейд, уберите тотем. Вставляйте бах. Одевайте фрост шмот. Столик магет. У меня найдется все, что тебе надо. Фласка из гей-клуба есть такая. Знаешь, у кого-то сати на 28. Оденьте только хороший мат. Спекнись на шуленьков хила, тут будешь в холипарке. 4-5 хило. Дай мне. Угу. Уже кто-то дал вас, судя, сильно. Дайте чек на баф готовность. Я пью еще. Да-да, окей. Хватит бухать уже. Стринг. А маги дали стоя? Простите. Не, не было стоя. Заднеприводный.
Все готовы? Там машинка порегаешь ману об склепы, когда с Синдергос взлетит. Печать только сменишь на мудрость, и все, все готовы, погнал. А че код у каски не дает? Дайте. Себе. Чили вытирает, все, погнали. Лови. Босс. Жека, захиль меня, я не вижу. Только нам не стакал. Кто он вот его хилит? Убежали. Отбежали. Смотрим. Метки вниз. Фламбо и Санджи, СПД на крейд, машуринга все на колени. Метки до 200 тысяч подбиваем. Смотрим, падает слева, слева. Уже падает. Метки до 200 тысяч. Козочку подбейте, там же между слепами падает. Отлично, Фромер, красавчик. Справа падает. Убивайте склепы, все склепы бьем. На колени Реса и Фромера. Нажмите на статье на полоту, что он забагнулся. Холодом он бегит. Беги, малышка, беги! Бейте, Синдергос. Взлетит. Тело смотрим. Склепы вниз. Фламба, экстримка, воин, графит, акма, все на колени. Белин, ловишь босс. Смотрим, где падает. Справа, далеко. Склепы до 200 тысяч. По центру падает. Слева близко. Еще раз смотрим, по центру падает. Бывает. Ну поднимаю Эрл Грей. Кисин Драгос. Фламба, подними Эрл Грей. Пафайте ее. Пафайте ее. Пафайте Геру. Первую в сторону. Вольсунг в сторону. Вольсунг в сторону. Пафайте его РДД. Акма под боссом. Будет притяжка, Белин, прожмись. А зачем вы хлопаете в рейде?
Пиздец. Падает. Это график. Зачем вы в рейде хлопаете? Вы вообще конченые, что ли? Это не график был. А кто? Ты говоришь, что... кто сейчас всех? Ну, а кто сейчас всех? Ну, а почему ты говоришь, что это я убил их? Больше всех урона. Графит, там большая чё, часть какой? Просто, там несколько человек это в рейде бафало. Видели, где я стоял? За рейдом смотрите вообще? Видели, где я стоял? Во-первых. Во-вторых, не было. На мне не было освобожденки на третьей фазе. Кто человека 2-3, по-моему, хлопало в рейде. Кто хлопал? Пидоры, блядь, кто хлопал, сука? В шопу себе засуньте руки свои, блядь, когда на вас освобожденка, нахуй, не жмите ничего, блядь. Почему вы так делаете? Так. Мы сделаем проще. Я просто скину рекаунт на третьей фазе, и кто будет хлопать по своим, я просто кикну нахуй с гильды, и все. Я не буду спрашивать, нахуй ты это делал. Я просто нахуй кикну из райда, из гильды. Ну, так что просто сейчас рекомендую подумать, надо вам это или не надо. Хотя бы 1000 урона будет по кому-то, кик нахер с гильдии, я сразу сказал. 1500 урона, мне похуй. 150 урона. Просто 0 урона должно быть. 0 урона, еще раз говорю, 0 урона. Лай, тайм скиллов есть, когда они уже летят. На тебя кидать освобожден. Ну давайте только поставим граничный лимит 2000. Вот так. Граничный лимит 2000. Я понимаю, блядь, когда один стак на вас выхлопнули в рейде, его никто не убьет, там 2000 этих, 1000 урона. Когда вы, сука, 3-4, блядь, 6 накопили и стоите, сука, в рейде, это пиздец, я поражаюсь с вас, нахуй. А так пиздато было, один хил освобожденкой, Гера, блядь, и вы нахлопали, как уебан. У меня там по союзникам урон еще ответный, да, ой. Ну, бля, короче, в душе не в склепе. По мне, по самому, там 50 тысяч. Клин, ты готов? Сейчас я бафну все. Прибафнешь в бою, короче, начинаешь. Готов. Я вот здесь стоял, я прыгнул справа, на третьей фазе. Во-первых, у меня не было освобожденных на третьей фазе. Там, кстати, не всегда, там, ты вот так стоял, ты мог вполне попасть. Нет, на мне освобожденных не было. Но это уже другой вопрос. Просто уже сейчас все сказал, 2000 по союзникам, идите на. Ебали, бля. Первая фаза, не первая, у меня включен уже рекаунт. Пизда вам. Да ну нахуй вообще миды. Вообще не могу. Пойду автоатаками. Выражение на копии. Беги, малышка, беги! Бежал. Вне сметки Фромер и Слая, Акма, Белин, ловишь босса, Эр Грей. Вперед, Хан, вперед. Ух, ебать, так метка, что у смерти это ГП слева падает возле лестницы. С клепами. Слева далеко. Бейте, пожалуйста. Звездочку, по звездочке залупите. Центр. Вот, конечно, Гим может. Пусть Гим поймет на ХП. Далековато ты ловишь, мне кажется. Ищите, смертные, ибо ваша шалкая мать.
Бар откопил, тебе есть бар себе на ковляне? Когда? О, отбежали, сколько когда? Нормально еще сейчас, где? 2 минуты. Потом поднимешь на скалы. Как только кадашится, сразу на скалы поднимешь. Метка, говорите, где падает. Кот. Всем пизда, кот замерз. Пиздец. 5000 кп нахуй. Все заморозились? Почти. Да. Не, я БДК остался, там хант. Падайте, падайте. Кому диван дает? Да, мне, Федор. Кот-то, кот, отдыхайте речь, я не хочу тут долго сидеть, дрочить. Там задыхаются люди. Кофе, убирайте. Три в дебафы есть, у тебя ДБМ багнут. Если бы вы не озвучивали в РК цифру 5000, жаль, он бы 10 дал. Да, это пиздец. Да, это... Важно, линкует у тебя метки, не линкует. Справа у тебя появляется на экране дебаф. Потом у тебя экран начинает мерцать. Потом у тебя, я не знаю, над тобой стрелка. Чтобы это не увидеть, это, ну, сверхгибелизм уже. Метку, чтобы не увидеть. И вот слепой только не увидит, ну, метку. Или тупой. Ну, или тупой, да. Это сраки, тот ДБМ, у тебя справа, слева дебаф, экран мерцает красным и над тобой стрелка еще хуярит. Он синий, на тебе выпил пиво, бутылочку. Поэтому он не адекватный. Полихов пропыш? Он же сказал, что выходит. Это оправдание? Мне кажется, это не зависит от алкоголя. Дайте рыбу и баф. Дайте кулак. За вайпрейна оставь 500. Да, я еще накину. Бля, мне, помню, на этом, на Кроносе как-то был открыт этот еще, Рагнарос, за слаг, бля, на этом, на Шелдроне, или как его там, бля. Что магии дает, что ее с рейда не выберешь. Не лишили ролла на 2 месяца. То есть я нихуя не мог забирать. И похер всем было. Это обычный слаг, который ни к чему не приводит. А тут вы полностью расслаблены. Погнали. Ну так рассказываешь, как будто на войне побывал.
Не, я просто говорю, что типа в нормальных гильдиях даже за хуёвые слаки там просто хуярят и всем по. Все, погнали. Когда там только контент был открыт, Акма, немного поверни назад. Он только открывался. И на рейд, еще на рейд. Вначале сколько нужно? Еще на рейд на 35 градусов. Все, стой. Беги, малышка, беги! Убежали. Убегайте от рейд. Смотрим метки. Никто не уцелеет. На колени, Рэйми, Ломан, Войт, Анакрель, Акман. Блин, ловишь босс. Смотрим, где падает, слева падает. Лево. Это 200 тысяч. Справа падает. Подбивайте справа, бейте на сотке. Слева падает. Давай. Чайте смергос. О, чё за хуйня, почему он так держит меня, блядь? Просто влево вышел, нахуй. Что он повернул чуть-чуть, а у него конусное дыхание. Амба, поднимай все на колени. На колени поднимешь Вольфсинга. Прохильте, алло. Имка, жми, пожалуйста, из босса хильте вспышкой света и щиток на себя. И смотрим. Графикт, Мадмаэстро, Машульников, все на колени, Акма и Сани. Ловишь босса, Белин. Смотрим, где падает, слева, у склепа. Это 200 тысяч. Слева далеко. Кресты бафните, пожалуйста, дух хотя бы. Между склепами, пацан. Не бейте склепа, лол уже, блядь, 80 тысяч. Не бейте. По центру падает. Давайте склепы, гимноману давай. Никто не давай. Давай. Босс. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Смотрим, сейчас притянет. Беги, малышка, беги. Отбежали. Под боссом. Я скинул рекаунт. Первое под босс. Фокус ту под босса, милики ушли. Разбивайте два склепа.
ты не можешь отойти? Экстримка под босса, ушли все. Сука, ты ту босса, да? Не разбивайте. Разбивайте, Войд, в сторону иди. Гер. РДД, разбейте Войда. Ты еще под босс. Я. Саня под босса. Мики ушли. Скидывайте стаки. Босса следующий. Фит под босса, милики ушли. Убивайте. Колени под босса, милики ушли. Бежали, метку не разбиваем. Разбиваем. Астра под босса, милики ушли. Дайте гимн тут на ману. Дай гимн на ману. Разбивайте две склепки. По следующую сторону, следующую сторону. Шуренька в сторону. Да, разбейте ее. Под морду же беги. Там вкусное дыхание. Дайте РДД. Следующая под босса. Гим, давай, Войд. Тропилки вас под босса, милики ушли. Разбейте РДД, Машуленьку, вашу мать, РДД! Какие пидорасы хлопают опять, сука. Сприт в сторону. ДД разбивают нахуй. Ты отбежали от холода, бля, это я протупил. Белина, прохильте Белина. Короче, падайте, это пиздец, хуйня. Кто-то опять положил пол рейда нахуй этим взрывом. Я не знаю, блядь, как будто зергнуть пытаются. Ты скинул чай, накинул по 500 гп, кто нахлопал, то все, что вы переживаете? Я не под морду бежала, там просто копар в, стол, в сторону побежала. Я так понял, освобожденку выносить, что я его заменил. Я ебу, анакриэль стока, Исанья 55, Дисприт 44, Мадмаэстро 33. Пацаны, что это за хуйня? Ты видел, как я проседал? Вот на хилов не надо гнать, если что. Мы друг по другу как бы хлопаем, метки по меткам бьют, идет дамаг. Я всегда вообще у ворот там, блядь, на лестнице все выходят, и мы друг по другу хлопаем. Мы не хлопаем в рейде, это метки хлопают по меткам. Не-не-не, там... я смотрю, Анакрель нахлопал в Air Grey, я же тебе может говорю, в зеркальное изображение Исани, ты нахлопал в себя, в Исани, все на колени, ты не в себя только нахлопал. 100к, ну типа развертка же есть. Ты думаешь, ты только в себя отхлопал? Ты, я так понял, не соблюдаешь раньше между всеми игроками, потому что ты задел 5 человек. Спекните флям будь сюда, вот на этого босса и все. Мердро. Мне кажется, просто, ну, для тупых надо за каждой меткой прятаться. Вы, видать, не прячетесь, поэтому дохнете. Всегда убивали синдру без вайпов, что-то вы сейчас решили хуйней пострадать.
Это там тусуешься, блин, ты пашешься. Давайте, футбол. Великий, кто там морозился, нахуй вы ждете до последнего? Надеемся, что на зрис, когда еще с магией не будет бросаться. Мад Маэстро, Экстримка, Фламбо, Меломан. Тут. Меломан. Дайте пристабавку рейн. Да. Все, начинайте, погнали. Сходу Геру и бейте все покер на магию. По-любому это пранк. От холода отбегит, отбежать. Пит, ну как? Понятия не имею, я умру в рейде. Вот, среди мой труп. Как локом можно сдохнуть для притяжки? Вот про это же и говорю, как локом можно сдохнуть? Ну посмотри, где я умер в портале своем. Ты его близко поставил. Я умер, блин, а там петель, там же где я. Право, падай. Сука, Фламбо, иди нахуй, просто ливни с рейда, слева падай. Ты склеп, склепан. По центру падай. Давайте склепы. Гимноману, гимна хп воет, давай. Домашние склепы, что вы делаете? Тёздочку поставил РДД, добивайте. БР есть. Реса и графита. Притяжка. Беги, малышка, беги! Бежать. Вы чувствуете, как беги, босс. Смерти сжимает сердце. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Смотрим вниз, нет, нет, 200 тысяч подбивайте. Левее уйдите. 200 тысяч. Это слева, справа. Справа, между склепами. Слева. Звездочку бейте сильнее. Справа. Ико. Все, сейчас гимн Мадмаэстро, гимн на хп сразу поет. Как разобьют, так с удовольствием. Вой, запой. Разбей. Да, правда, я слышу чуть-чуть еще протяни. Долбоебы, заебали по 300к оставлять уже.
80 тысяч, блядь, оставляете? Или 100? Ну никак не 300, блядь. Смотрим притяжку. Беги, малышка, беги! Бежали. Кликун как умер. От стаков? Нет, в глуби был. Метки не бьют. Чтобы бить метки, хотя бы надо нормально поставить, блять, он 4 справа. Какая разница, милику где его? Большая разница. Поебать, это достанет хоть куда, блять. А справа двое было. Фаза пошла, смотрим метку под босса, все носим. Под босса носим. Из-под босса милики ушли. Давайте стаки. Убивает. Все еще не разбивать. Ты че на приколе? Это пиздец. Два холипала и арша. Фокус тул под босса. Это пиздец, милики, вы. Я хуею. Давайте. Падайте, у нас минус танк падает. Проворачивай. А на креле машуленько с жрец ПД. Что это за хуйня? Инга, ты не дамажишь, не хилишь, это пиздец. Так на мне освобожденка постоянно. Я такого давно не видел, блядь. Сука. Со времен адептов, наверное. Таких вайпов ебаных. Ты думаешь, у меня всегда хп из 2к? Не знаю, зачем Олег набирает таких, как ты, все. Я больше ничего не хочу знать. Играй, как играешь. Я хуей заполнен. Пусть... А, не, пусть флямба спекнется в ордру. Вот сейчас второй холипейс будет, лифи на спек. Так объясни, что я не так сделала. Нет. Говорить может много кто чё. Слышь, Джерин, посмотри ХПС. Эрдру было, блядь. Нет, я как, я должна была прохили танка, прожать бабл, но я это уже делала. Уже танк проседал, но на мне освобожденка была. Бабл был на КД, я это сделал. Ты, если видишь, что танк просел, выбеги в сторону, не танка. Ты стаканешь в стороне. Сейчас но, я... Но танка захилишь. Но обычно я танка спасаю. Зачем ты бросаешься такими словами? Думаешь, мне приятно в твоих рейдах сидеть? Неприятно, может, идти, ты же в них плюсуешь. Что я не плюсую? Ты можешь идти. Я возьму Настю, и все будет хорошо. Окей. Три сердца решает. Окей, Войда, нахуй, еще пуга найдем нормального хила. Весело. Смотрите, Лифин за Таликом пришел. Ты забрать не сможешь. Эти шкаф сейчас у меня у Настю, и все будет заебись, наконец-то. Нет, я наш сумон. Я просто предлагаю Райду посмотреть от активности и приоритетности черного ремонта, потом сравнить с Машуленькой. Какая нахер активность на Синдре? Сейчас, ну, типа, сейчас увидишь. Ну, ты не увидишь. Райт увидит. Значит,
Что? И пора просто уже, блядь, с ГП давать за смерть на первой фазе, тупые. Согласен. Это вообще жесть просто. Не, ну да, там в глыбах задыхаются люди, я не знаю, что они бьют, тут что-то говорят, там никуда не туда поставили, вообще не вижу разницы, где они стоят. Так, Лифин, давай, когда 4 глыбы стоят у стены, вон, да, 3 сета. Так, Лифин, чего? Я не слышу, они что-то говорят. Лифин, ты в ШП. А чё, Лифин кого заменил? Фромера, он ушел, потому что он хочет спать. Лифин, Лича, хочешь похитить? Я подамажу шипы. Настя, ты готов? Ты готов, иди начинай аку. Тяжко, убежали, убежали. Это смотрим. Экстримка, Артвейдер, Исания, Терка, ЖРС, ПДФ, Ламба. До 200 тысяч подбиваем, справа падает между склепами. На лестнице падает справа. Слева. А нет, справа, все нормально. До 200 тысяч падает слева в склепе. Падает по центру. Давайте склеп. Босса. Нормально, там 3 хила хилят. Беги, малышка, беги! Отбежали. Отбежали. Бьем, босс. Нет сосредоточения. Холи палку еще поставил. Холи палку ушел. Смотрим. Метки вниз. Лифин, меломан, жрец, подай на криэль, все на колени, черный лимон. Блин, там 3 хила или 4 вроде в метках. Хуёво, бьём. Слева, между слепами. 300 тысяч должны оставить. Слева у слепа.
Чего далеко? Сколько это 200 тысяч? Слева далеко. Убиваю. В сторону, вар, в сторону! Бейте его. ДД. ДД. Лечу под босс. Роти под боссами, реки ушли. Ушли все, эту не разбиваем. Разбейте, пожалуйста. Меня притяжут. Да ну твою метку. Давайте экстримка под босс. Милики ушли. Тестаки. Следующий идет в сторону. Следующий в сторону. Все, вар в сторону. ДД его разбили. Дальше. Следующая под босс. Под босс. Под босс сожри СПД. Они сюда. Велики ушли. Сбивай. Следующую под босс. Будет притяжка не разбивать. Беги, малышка, беги! Смотрим. Следующую в сторону, в сторону, в сторону. Фламбл в сторону. Зергайте босс. Пожалуйста, кто-то. Дайте гимну ману. А про ты прикалывался, что? В смысле? Ну ты видел, как ты умер. Блять, глубоко сбили у меня нахуй. Это ты вглубил, я помню. Да. Наконец-то свободно. Та-дам! Мы захилились Настей босса. Рольте память молигос. На ней, кстати, также было много освобожденных, как и на Машульнике. Ресните, пожалуйста. Да мне немного было, на мне было ПКД. Кому-то это память Галимы. Ну ты всех взял. Ты попросил, я и резнул. Кому скворчонка подарить? Завоевателя, Рольте. Надо кому-то знак освещения завоевателя. Просто два пристава затащили. Ну все, можно резать уже. Нет. Пошли на меча. Там лифт, чё? Если меня похилит, я вообще говорю. Окей. А мне-то чё, мне похуй. Не хиль. Я покурю быстро, 3 минуты. Пока баф. Я тоже буду на меня.